смешными голосами говорить. По-любому. Потом мы это ускорим, и ты будешь пиздить таким веселым голосочком. И ты тоже. Угу. Это по-любому. А потом мы закинем все это в контакте, видео ускорим, а звук замедлим. Ого-го. Блять, я лабу потерял. А, лаба фанат. Вот так. Капец. Или эффект наоборот, для баса просто накинуть. Какой эффект? Какой не то, Soundforge. Его перегнать, там накинуть эффект и имба. Имба, да. Отделить звук от видео. Добавить эхо. Не, а чё, Камтасия в MP3 спокойно перегоняет звук. О, Вовик, я сейчас, короче, тебе её, наверное... Вы любите Камтасию? Вы любите тоже... кошек? Нет, вы их не умеете готовить, наверное. Я их не умею готовить. Да, это всё говно надо прихерашить к этому говну. Говно с говном не говню. Говно с говном не говню? Что? Что ты так сказал? А ты этого не смотришь. А, ну это, наверное, из разряда круг по кругу тоже квадратный. Да, это из разряда Сагинского. Я смотрю, ты у него уроки берешь тайком, да? О! У кого? Нет. О, у кого появился тайный фапатит. Я был о тебе лучше, мне не знаешь. Правильно, что был. Хорошее слово был. Тоже его любим. Он его гуру. Он его научит моделить машины. Нет, заправки. Заправки? Да нет, он уже на технику перебрался. Скоро уроки мне с Эриком давать будет. Хотя нет, он нам уроки не даст. Мы не проходим его этот, короче. Фейс-контроль. Великий модельер. Мне там скидывали это, чудо уссурийское. Ну, как тебе сказать. Я думаю, что лоу-поле должно быть иным. Что? Что за лоу-поле? Кто такой? Ну, это как поле, только лоу. Да. Я люблю свою лошадку, причешу ей шортку, сладкого подглажу спину, скоро будем есть конину. Конинка! А у нас есть знакомые черти, которые тащатся от пони, понял? Вот я им этот стишок прочитал. Было весело. А потом это ускорить. Мувет! По-любому. Сейчас я тебе... Это... Так, эту какаху я почистил, сейчас еще там какаху надо дочистить. Я тебе скину, и будем на ней, короче, тесты проводить. На венерические заболевания. Хо-хо-хо! Сюрприз! Короче, я в это сюда кинул видео. Куда? Которое я залил. Говнострой? Вот. Нет, тебе лично. Ну, скайп, мне, короче, ну, беседу. Ну, скайп, понятно, ты скидываешь говнострой. Сюда тоже? Да, и не надо вот эти первые минуты игры. Нахуй они там срались, этом говнострой, еще и первые минуты игры. Не гони. Лёша вспоминает. Вова. Вова, он же Лёша. Сука, я думаю, чё он, блядь, не слаживает, а он, блядь, в мэш, ёбаном. Смотри, у меня здесь, блядь. А нет, 600-ка. 600 ебаных-ка. В одной клубе, я надеюсь? Да нет, во всей лабе. Во всей лабе? Да. Чё-то не верится. Чё не верится? Не верю. Оптимизатор 3000. Сейчас я тебя оптимизирую. Сейчас я тебя оптимизирую, бля. Да не, реально, 600 тысяч полигон. Во всей лабе. Хотя, в принципе, оно без концовки. Ну, Вовке хватит. Короче, я тут еще отсекаю. Так, Вовчик, я какой макс? 16. 16. Значит, мы тебе и сохраняем под 16. А 17 вообще стоит? Мне кажется, он не нужен. Тебе нет. А что там такого тебе страшного? Тебе он не нужен просто. Ну, мне тоже не нужен. Я так считаю, что просто не нужен. Ну, если не подсталка, то нужен. Ну, это если не подсталка. Если подсталка, то не нужен. Сейчас я тебе ее скину. Вообще со сталкером-то особо больше не работает вроде как. Ну, локации точно не делаю. Я фанчик, чуть... фанчик, он будет с этим фанчиком работать. Сейчас я ее запакую. Я чуть-чуть квесты тыкаю. А, локи нет. Секунду. Так, пауза нахер. Лаба фан. Не добавить в архив. А чё распаковать? Не добавить. Не надо. Плохая идея. Сейчас тебе закину вот. Там будешь испытывать свет. Там вроде все запешно, так что особо насрать. I like you, move it, move it. I like you, move it, move it. I like you, move it, move it. You like you, move it. Тихо. Что это такое? Еще сбак. Модостроя запаяли ты чем? Здесь 17 лет, умею квесты писать. Писать на бумажке? Щенка. Это модостроя. Ты ебанулся, сел. Ну а че он тут спамит на стене? Вообще барзел.
Ещёщенка с амбринара. Буду гнать, как только могу. Пельмень, ну ты, блядь, гонишь. Добрый, бля. Ой, где видео? Чё я не вижу видео? Ну, хочешь моё видео? Давай, ну подпишусь на твою группу, буду тебя тут заходить и тралить. За то, что у тебя компьютер говно. Да, так, это я скину чуть попозже. Сейчас, я скину этому охламону, короче, как? Сюда. Лаба. Лаба, фан. Наш фантик. Тебе залью фантик. Как раз вот 7 минут пройдет, останавливаю запись. Будет как раз такое предисловие. Подготовка лаба фантик. Подготовка лаба фантик. Что там загрузилось? Ну что притихли, ушлёпки, блядь? Кто притих? Слышь? Вы, блядь, оба. Уебали, проснись. Так, ладно, на этом все. Лаба ушла в Ове. Ова, скажи мне спасибо. Спасибо. А что за лаба? Блядь, ты ебанутый, что за лаба? Которая сегодня последняя, видел её? Которая да, сегодня. Над которой мы работаем. Ну, то что идёт фан. Которая лаба ладная. Это которая... А я это потом приду. Уснул с непривычки, пришел с учебы, уснул с непривычки, сука, скрежи. Жура, ты в эфире. Эх. Помаши ручкой. Можно передать привет маме. Мама, я попал в бандикам. Помаши ручкой, да. Бабам. Да, так, ладно. Сколько тут уже? Почти все. Ну, все, короче, 9 минут хватит.